На праздничные мероприятия были приглашены компании-партнеры Seven Sky и компании, которые Seven Sky хотел бы видеть в числе своих партнеров. Генеральный директор Seven Sky Алексей Белов объявил о вступлении в группу компании Westcall, отметив, что это большой шаг на пути развития компании, который позволит выйти на новый уровень в области качества и сервиса, расширение спектра дополнительных услуг, еще более гибкая тарифная политика. И это лишь часть позитивных изменений, которые ждет пользователей Seven Sky уже в этом году. Мы очень горды, что нам удалось вот обрести таких партнеров и друзей в лице компании Skynet, потому что как бы компания близко нам по духу. Компания развивается, менеджмент достаточно весь квалифицированный, активный, молодой. Мы вот берем, используем весь опыт партнеров для того, чтобы построить большую компанию. Поэтому, дорогие друзья, мне очень приятно. Еще раз я поздравляю нас всех с этим событием. И успехов нам, процветания. Вам всех тоже желаю интересной работы. Также была презентована новая линейка тарифов «Роза ветров», запуск которой состоялся символично 11.11.11. Это настоящий прорыв в тарифной политике компании. Высокая скорость, дополнительные опции в виде пакетов услуг бесплатной компьютерной помощи и бесплатного антивируса, выделенная линия связи с технической поддержкой, ночной безлимит делают тарифы особо привлекательными. Мы идем по принципу пакетному. Мне кажется, что клиент сейчас наш, он хочет получать максимум. Он хочет получать не только высокую скорость в интернет, он хочет получать максимум комфорта. И вот мы в этом тарифе даем ему максимум комфорта. Мы даем здесь не только антивирус класса премиум, Касперский. Касперский один из лидеров нашего рынка антивирусной защиты сегодня. Клиенты получают его автоматически. А на сегодня мы можем, включая в этот тариф, уже дать человеку не только интернет. Мы полностью даем ему защиту его компьютера. Это и бесплатная диагностика 2 раза в год, это и антивирусная профилактика 1 раз в год, это и переустановка операционной системы. В принципе, все, что может произойти с вашим компьютером за год, включено уже в абонентскую плату. Вы просто звоните, вызываете мастера, и он приходит к вам и делает все бесплатно. Праздничные мероприятия делали выступления танцоров, а ведущий не давал скучать гостям, вовлекая их в различные конкурсы. Также на этом мероприятии были подведены итоги работы дисконтной программы Sky Club. За 1,5 года существования, благодаря ей, пользователи услуг Seven Sky имеют возможность получать скидки в различных предприятиях города – ресторанах, магазинах, фитнес-клубах, салонах красоты и турагентствах. Присутствующих познакомили с новыми участниками Sky Club, которые присоединились за последние 1,5 года. Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере. Гости, партнеры, участники Sky Club и сотрудники компании Seven Sky имели возможность пообщаться, обсудить возможности партнерства и дальнейшее сотрудничество. Анна Анненкова, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцова».